До 9-го международного фестиваля кино и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души» остались считанные дни. Его торжественное открытие состоится 26 мая. Что ожидается в рамках фестиваля, журналистам рассказали организаторы этого грандиозного мероприятия. Наш предюбилейный фестиваль будет отличаться тем, что у нас состоится в рамках фестиваля первое заседание кинокомиссии, и уже первая предварительная работа была проведена. У нас 12 мая были представители агентства стратегических инициатив, представители агентства продюсеров киноиндустрии, которые уже проработали свою рабочую программу, которая будет осуществляться в рамках кинофестиваля. На церемонию открытия фестиваля, как сказала Ольга Мизина, все билеты уже раскуплены. По традиции она начнется с шествия всех участников и гостей по звездной дорожке, ведущей к Ленинскому мемориалу. Основное действие развернется на большой сцене. В качестве украшения вечера выступят дети из Ульяновского модельного агентства. Нам удалось посетить репетицию юных моделей. Они пройдутся по подиуму мемцентра в очень красочных костюмах, посвященных году экологии. После торжественной части состоится творческий вечер с любовью для всей семьи заслуженных артистов Российской Федерации Нонны Гришаевой и Александра Олешко. Как сказала директор Ульяновского кинофонда Лидия Саурова, актер Александра Олешко был лично знаком с Валентиной Михайловной Леонтьевой. И в память о ней он 27 мая посадит дерево около памятника Леонтьевой напротив Ульяновского театра кукол. После этого состоится открытие именной звезды на аллее напротив Ульяновского театра кукол, который носит имя телеведущей. На этот раз на звезде будет стоять имя Сергея Скрипки, композитора, дирижера, народного артиста Российской Федерации, который написал музыку для 600 российских фильмов. Всего в рамках фестиваля запланировано 86 мероприятий, в том числе творческие встречи со звездами кино и конкурсные программы. И самое главное, с 26 мая ульяновские киноманы смогут посещать показы кинофильмов совершенно бесплатно. Свои киноленты на фестивале представят как российские режиссеры, так и представители Германии, Японии, Казахстана. В этом году, конечно, мы не могли обойти вниманием год экологии, мы не могли обойти своим вниманием столетие революции 17-го года, ну и, конечно, столетие со дня образования органов внутренних дел Российской Федерации мы тоже не могли обойти вниманием, тем более кино, как никто другой, как никакой, может быть, другой вид искусства, живо отражает нас на все темы, фильмы есть, их всегда можно найти. Ну и потом, самая главная тема наших фильмов, вы сами понимаете, это кино для семейного просмотра, поэтому отбор кинопрограммы всегда идет очень сложно. Закрытие кинофестиваля состоится 30 мая, на котором выступят с живым концертом Виктория и Антон Макарских. Более подробно с программой кинофестиваля можно познакомиться на сайте Ульяновск кинофонд. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.